Ежегодно на доску почета размещается 42 фотографии лучших работников предприятия. В то же время трудовые биографии 7 работников заносятся в книгу почета, которая является наивысшей наградой. Как отметила управляющий директор ОАО «Химпром» Елена Колесникова, День химика имеет свои традиции, и открытие заводской доски почета – одна из них. Каждый год, когда расцветают первые цветы, когда расцветает природа, мы с вами здесь, на залитой солнцем заводской площади, собираемся для того, чтобы почествовать наших коллег, наиболее отличившихся, которые будут весь следующий год украшать собой нашу заводскую доску почета. Дорогие коллеги, я от всей души поздравляю вас с этим важным событием. Вам есть чем гордиться. С вас беру пример ваши коллеги. Дорогие химики, я поздравляю вас с этим праздником. И уверена, что вашими успехами гордится и Химпром, и ваши родные, и близкие. С праздником вас! Некоторые пришли разделить радость коллег, другие понаблюдать за происходящим, но главными героями праздника – стали те, чей портрет в течение следующего года будет украшать заводскую доску почета. Для меня большая честь получить такую высокую награду, что моя фотография будет висеть на доске почета ООО «Химпром» в компании с лучшими его работниками. Хочу поздравить всех нынешних и бывших работников «Химпрома» с профессиональным праздником «Днем химика». Каждому сотруднику предприятия приятно, что его замечают и поощряют его труды. Ведь стимулирование – это один из показателей успешных результатов всего завода. В тот же день на торжественной планерке в актовом зале ОАО «Химпром» почетными грамотами Министерства промышленности и торговли России, Минэкономразвития Чувашии и администрации города чествовали лучших химиков «Химпрома». Поздравляли заводчан заместитель министра по экономическому развитию промышленности и торговли республики Ольга Ланцова и глава города Олег Матвеев. По итогам первого квартала этого года в целом предприятие дает в пределах 6-8,5% от всего произведенной продукции у нас по городу. Это очень, в принципе, большой, солидный такой показатель для нас. «Химпром» активно участвует во всех социальных программах нашего города и благотворительной деятельности. Я хочу выразить искренне благодарность от всех жителей города, вам, уважаемые работники акционерного общества «Химпром». Всего в рамках празднования Дня химика награды самых разных уровней получат порядка 300 работников завода. После официальной части состоялся праздничный концерт «Силами работников «Семья-2014».